Благодаря утечке в сеть стали известны все подробности об изменениях, которые претерпит интерьер машины после обновления. Сам завод пока сохраняет интригу, но благодаря появившимся страницам, судя по всему, из дилерской брошюры, все подробности о переменах, которые ждут интерьер Лады Гранты, в нашем обзоре. Нас ждет новая комбинация приборов с белой подсветкой, центральная консоль панели приборов с рельефными элементами в X-стиле и светодиодной подсветкой символов. Удобный рычаг ручного тормоза. Удобная настройка сидения водителя по высоте, регулировка в диапазоне 40 мм. Продуманная удобная геометрия подголовников. Новый дизайн и форма сидений с выраженной боковой поддержкой. Слева дверная ручка обновленной версии, а справа дорестайлинговый вариант. Форсунки омывателя перенесены с капота на облицовку ветрового окна. Стильное и практичное решение. Наружная электрокнопка отпирания багажника – неотъемлемый атрибут современного комфорта и стиля. Самые значимые изменения спереди. Лада Гранта получила новые бамперы фары, которые стилистически сблизили эту модель с флагманской Вестой. Также обновленную Ладу Гранту можно узнать по повторителям сигналов поворотов в корпусах зеркал и увеличенному шильдику на радиаторной решетке. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира.